Я еще съем, с вашего позволения. Такой сытный, в то же время легкий, обычные продукты, но вкус просто фантастический. Куриное филе перекладываю в сотейник. Филе заливаю соевым соусом, водой. Добавляю немного сушеный чеснок. Закрываю крышкой и отправляю на плиту. Буду тушить минут 20-25. Тонко нарезаю свежую капусту. Подходит, в принципе, и любая. Краснокочанная или китайская будет тоже очень вкусно. Помидоры нарезаю крупными кусочками. У меня сорт малинка. Вкусно будет также и с черри-помидорками. Обязательно добавляю салат, свежий зеленый лучок и, конечно же, немного укропчика. Все мелко нарезаю и отправляю в миску к салату. Куриное филе готово, пусть немножко остынет, а мы пока приготовим соус. Куриное филе нарезаю довольно крупными кусочками и отправляю в салат. И добавляю в салат творог, у меня 5%-ный. Конечно, немножко нужно посолить и добавить черного перца по вкусу. Заправляю салат соусом и хорошо перемешиваю. Давайте скорее пробовать салат. Что получилось? Получилось вкусно, однозначно. Очень вкусно. Очень. Я еще съем, с вашего позволения. Очень нежный. Легкая остринка от горчицы. Такой сытный, в то же время легкий, обычные продукты, но вкус просто фантастический. Если вы еще не подключились на наш канал, обязательно подключайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. Готовьте с нами просто, вкусно и полезно. Прошу к столу и приятного вам аппетита!